Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию гольфа с друзьями. Вот ты сейчас на меня смотришь и знай, то что эта серия выходит только благодаря тебе. Потому что на прошлой серии мы с вами набрали больше, чем 30 тысяч лайков, и как раз таки именно поэтому я выпускаю еще одну новую серию. И также в этом случае, и в этот раз, все так же продолжает зависеть от тебя. Влепи огромнейший палец вверх прямо сейчас на этот ролик, я обещаю то, что если мы набираем 25 тысяч лайков, я сразу же выпущу продолжение гольфа с друзьями, такого расслабляющего, успокаивающего и просто веселого ролика с друзьями. Спасибулечки, то, что пришел на канал. Спасибулечки, если поставил лайк. А сейчас мы будем приступать к самому просмотру. Погнали. Игорёнчик! Это вторая игра. Как ты понимаешь, мы сейчас с тобой играем в пустыньке. Я улетел уже. Ты уже улетел. Твою задницу. Короче, предыдущая серия, как я понял, подписчикам очень даже сильно понравилась. Представляешь, Игорь? Вот вы подписчики, молодцы. Вот вы молодцы. Как я сказал, если мы наберем 25 тысяч лайков, то следующая серия обязательно выйдет. И мы набрали 25 тысяч лайков. А, поэтому... ты говнюк. Подожди, я, может, и говнюк, но все же. Наберем 25 тысяч лайков, я обещаю то, что выйдет еще одна серия. Поэтому ставь, пожалуйста, лайкусик прямо сейчас, и будет продолжение. Зуб даю. Ага. Это все очень плохо, все очень плохо. Очень, все очень плохо. Все очень плохо. Падла, падла. Опа! 5-7! Нормально, Игорь, нормально. Сколько тут также 18 уровней? Проиграешь. Я проиграю. Да. Я с одной попал. Что? Я с одного только что попал. Да ты офигел. Не зарекайся, Игорь, не зарекайся. Так, хорошо. Я с меня с трех. Тебя с трех. Я сам офигел, честно тебе скажу. Ну. Да пошел в жопу! Да в смысле пошел в жопу, подожди. Так, вот это сложно будет, как я понимаю. Ёхан, бабай. Так, ладно. Ладно, ладно. Ничего, ничего. Твою мать. У тебя какой, у тебя второй или третий? Сейчас третий будет. Панч. Игорь! Игорь! Давай, давай, давай. Да ладно, Эдисон, у тебя все равно фора большая. Фу. Я уже думал, что сейчас кто-то меня говорит. Ну, было сколько? Было 4 или 5, сейчас 2. Тут я не знаю. Я понял. А я ничего не понял. Твою мать. А мне играть дальше, да? Да, тебе играть дальше, но у меня уже 7. Да? У меня 4. Подожди, там самое сложное впереди. Ну ты жопа, конечно! Ладно. Давай, Эдисон, давай, оп-оп-оп-оп. Да, кто-то сейчас... В смысле? Почему 25? Почему 25? У меня время просто кончилось! А, пупена, просто пупена, Игорь. Хорошечно. Я обожаю, 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 просто обожаю. Так, ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Так, у тебя также 3? Не знаю. Или да. 2. Ладно. Насколько я отстаю? Насколько? На 4. На 4. А, нифига себе. Ты сейчас... Ты с первого раза попал! Ну не с первого, с двух. Что ты обманываешь? Ну я так же с двух, но я что-то сейчас офигел, Игорь. Так как? Игорь, окей, мне очень сильно повезло, хорошо. Но как ты это делаешь? Как? Я просто офигеваю, как мне везет. Но я смотрю на Игоря, и у Игоря такая же ситуация. Я просто вообще молодец, да? Ты просто огромный молодец. Просто молодчинка. Да почему не с двух? Так, у тебя также 3, да, Игорь? Да. Да.
Жопа ты вонючая, просто вонючая жопа. Ничего, ничего, ничего. Сейчас, сейчас мы... Так, а куда здесь? Да, я еще и тут отстану на один. Идеально, просто идеально. Игорь, давай ты промажешь, пожалуйста. Как ты с такого расстояния попадаешь уже на 5? В предыдущей серии я, да, выиграл? Хорошо. Да, если бы ты сейчас сразу еще в воду попал, я бы вообще офигел. Ладно, ничего страшного, Игорь. Подожди, а шарика можно управлять, когда он в воде или нет? Нет, вроде нет. Так, ходится, а дальше я не понимаю. А просто вперед. Просто. Ну сейчас ты, походу, догонишь. Почему? Ты на один как бы всего лишь, а? Давай, давай, бей. Твою мать! Ну-ка! Вот ты... А, ты тоже промазал. Лохопут. Видишь, у меня была возможность на 2 тебя обогнать, тут всего лишь... Фу. Я даже... Ладно. Да, я все равно на 5 впереди, так что... Ты все равно на 5 впереди, а у меня как бы раундов вообще не осталось. Ладно. Так, я не понимаю, там сильно на одного дали. Твою матушку. Ты что хотел сказать? Да как?! Игорь, я 3 раза промахнулся. Я просто 3 раза промахнулся. Я до сих пор на начале. Молодец. Не, это не молодец, Игорь, это жопа. Здорово, Эдисон. Здорово, здорово, здорово. Сколько сейчас ударов? Твою мать. Блин, сколько сейчас у тебя? 7. Мне тоже. Тебя не 7! На 7. Подожди, на сколько? Хорошо, куда тут? Ладно. Ты на 5 проигрываешь, нормально все здесь. Угу. Чёрт! Эдисон, это сложно. Это сложно, это я понимаю. Да блин! А как? Ёханый бабай, и чё я такое сделал? Игорь, что ты делаешь? Ты где? Игорь, ты где? Большие проблемы. Ты где? Я упал. Ты упал. А что это такое, Эдисон? А, зашибись. Это типа надо... Шо это такое? Там со всей силой нужно ударить, я только что... Нет, мне просто, знаете, просто в этой серии мне что-то не везет. Ладно, да блин. ничего страшного. Я с 8 попал. Сколько тебе ударов? С 8. Ты тоже, ну ты тоже с 8. Ничего страшного, никакого прогресса! Никакой развязки, понимаешь? Ладно, давай, Игорь, пуляй. Ты попал? Да. Ах ты ж говнюк. Сам такой. Ага. Дензи фары, дензи. Как? Дензи. И смотрите, как ему прям подмастил. Он попал именно туда, куда нужно. А куда? Вот это в щелку надо, да? Вот это? Да. Йоу, чё там, Игорь? Йоу. О, смотри, у меня светится эта фигня. Я тоже. Нет. Почти. Да как? Ты говоришь, что дырочки меня любят, ну что-то... Дырочки. Эдисон, у тебя все дырки любят. Дырки все любят. Эдисон, вообще никакого прогресса. Вообще никакого прогресса, мы прям... Понимаешь, 4 штучки осталось, 4 пути, 4 лута. Ага. Это плохо все очень. Ну туда. Нет! Тоже упал, не переживай. Ты не один такой, Эдисон, ты не один. Но я очень дурацким путем. Я очень дурацким путем пошел. Ага. Не, хотя нормально. Ты что, попал? Ой-ой. У меня большие проблемы. Какие? Ты со скольки? У меня уже 5 ударов. Ну, извините, у меня 5, окей. У тебя 6 будет. Не такая большая разница. 5-6. Ладно, ну, прогресс есть, но у меня осталось 3 как бы уровня всего лишь. Так что такой себе прогресс. Я что-то не понимаю. Ой. Куда тут надо? Игорь, я не знаю. Так. Нацеливаемся. Давай. Нет, давай ты первый. Нет, давай, я всегда был первым, давай ты первый будешь.
Окей. Что тут делать? Давай, твоя очередь, давай. Что ты сделал? Я не знаю. Как ты это сделал? Игорь, я не знаю сам. Чё я сделал? Как я сделал? Я на самом деле ничего не понял. Всё, походу ты опять выиграл. Твою матушку, да ничего я не выиграл, я тут такую фигню нахимичил. Такую фигню нахимичил, Игорь, ты себе даже не представляешь, почему я выиграл. Сколько у тебя? Ну, окей, сколько у тебя? У меня уже 5 ударов, и я на старте. Ну, у меня 5, хорошо. Вот, а, нет. 6 у тебя. Ну, я сократил на 1, хорошо. На 2, хорошо. На 3, хорошо. Давай, давай. Так, а почему ты тут? А нет, где ты появился, да? Эдисон, да я просто сейчас рофлю с этого, понимаешь? Это уже, ну это невозможно. Так, 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 так. Вижу лунку, не вижу цели, препятствий. Ну, видишь, всего лишь на 2 я тебя обогнал. Зато какой прогресс! Да, мы с тобой два дебила просто. Ага. В смысле? Как ты это сделал? А, еще бы чуть-чуть без двух ударов. Ладно, ничего страшного. Опа, я с 4. Ты со сырки. Тоже? Ты с 5. С 5. Ну ладно. Ладно. Чёрт! Последний уровень. Чёрт! Подожди, подожди, ты еще меня можешь обогнать. А что это такое? Что творишь? Игорь, я вообще ничего не понял, что сейчас произошло. Давай я другим путем пойду, чтобы интересно было. Окей. Чё за хрень? Куда я тут должен? Я не понимаю, Алиса, ничего. Что ты понимаешь? Игорь, а ну давай. Так, ну если чё... Я не допрыгнул. Я не допрыгиваю, типа, я на полную мощность, но я не допрыгиваю никуда. Шо, где я вообще? А, я типа... Шо, где Игорь, я пока... Подожди. А-а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 -
Понятно, хорошо. Эдисон, помогите. Шо? Опа! Я попал! Давай. Да куда? Почему так, почему так сильно? Почему так сильно, Игорь? Последний. Так, у тебя еще вся возможность победить. Большие шансы. Ну, ладно, на 3. Ты так же с 7 попал? Да. Ну шо, как тебе? Тебе понравилась карта в Египте? В Египте, не? Ну смотри. Хоть где-то, хоть побывал в Египте. Хоть побывал в Египте, да. В общем, ребята, вы знаете, что нужно делать. Спасибо вам за просмотр. И если хочешь еще одну серию по гольфу, то мы с Игорем сыграли на следующей карте. Ставь огромнейший палец вверх прямо сейчас. Если мы наберем 25 тысяч лайков, я обещаю то, что сразу же выйдет продолжение. Поэтому влепи лайкусик. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи и всем пока. Перепи.